сейчас мы все начинаем добывать дерево. Видите, слева лес, елки, блять, вот это вот все. Сейчас берем, срубаем прилично, делаем себе топоры. Блоков, может, 50 в радиусе, блоков 50 хуярим деревья обязательно сейчас. У меня вот 17 дубов, что с ним делать? Так, нужно дерево срочно, причем. Печка есть, слышите? Уже печка есть. Итак, строим дом. Вы, конечно, уебанское место для дома выбрали, боже мой. Дубовое бревно! Куда его делать? Спасибо большое, спасибо его большое. Его засовываешь в верстак и держишь дерево из него. Ребят, нам нужно большую коробку строить, ставить. А как залезть в верстак? Почему он не открывается? А, я тебя нашел данж, боже мой, блядь. В верстак залезть, это надо, ты сейчас на верстак встань. Ой, бля. Спасибо. Чё тут? Бамс, я тебе сейчас покажу, как на верстак залезать. Володь, а почему я вижу землю с другой стороны? Я не знаю, читы выключи, блядь. Все, открывай верстак, Тань. Как открыть его? Правой кнопкой мыши теперь жми по нему. Открыла. Вот, видишь? Нет. Охуеть, что нет, это верстак твой, блядь. Как ты его не видишь? У меня нету верстака, я тебе клянусь. Я нажимаю правой кнопкой мыши, у меня пишет создание. Ну, это и есть верстак, ты что, ебобо совсем? А, это и есть реально верстак, а почему выйти я не могу? Ну, хорошо, подожди, вот, я залезла в него, как мне дерево сделать? Ой, вот, я распределила, раз, два, три, четыре, пять, шесть, положила в этот квадратик. Дальше, почему у меня в большом квадрате ничего не получается? Тань, надо бы... Дочка на везущий рыбак, блядь. Да, Володь, у меня разные дубы, блядь. Посмотри, три дуба снизу, еловое бревно, дубовое бревно наверху. Почему ничего не получается? Потому что нельзя из бревна ничего делать. Тебе надо, блядь... Он же сказал, что дерево надо, доски, блядь. Ну так тебе надо стак вот этот взять, вот это, в одно, и одним блоком кинуть туда. Тогда вот ты доски сможешь сделать из дуба. О, дубовые доски, да, все, я получилось. Пацаны, а мы что, каждый против себя играем? Бля, Вань, ну я не знаю, ты там отдельно играешь, но играй отдельно, блядь. Я на тебя обижен, если что. Вань, всё. Тут, блядь... Пиздец, я сейчас тяжело, возьму Ванечка, чуть-чуть. Тебе надо с нами играть. Боже мой, ребята, вы просто не понимаете. У меня сейчас мозг вскипит. Ты тебе зашла верстак? Мозг вскипит, бля. Это вообще невозможно. Я, короче, взял сейчас идею Татьяны и реализовал. Еловую кнопку ебануться, бля. А как она у меня получилась, не могу понять. Я просто туда квадраты сую, все. Бля, такой ты дубень, нахуй. Я вообще, не понимаю, как играть в эту ебаную игру, бля. Ёлка, а что у меня саженицы еле делают? Сафиг на голову. Вот это я строю, посмотрите. Вы снимаете, как я строю? Я фиксирую, да, но нам не надо, тут окна будут, Татьян. Во, давай, п***й уже. А, не в цвет, а почему поебать? Цвет у нее другой? Потому что ты не то, блядь, дерево нахуй используешь. Еловые доски есть и есть дубовые доски. Какие надо? Да надо еловые доски, Татьян. Ой, ломай теперь вот эту хуйню. Свою некрасивую делай нормально. Подожди, пацанский. Тут очень все тяжело. Ну да, то что. Ну, Татьяна, ну только надо мечом ломать, а не киркой. А-а-а. Давай, да, так быстрее. Бля, а я только что все била вообще-то первым лотом. Это мы сюда. Твою мать. Бля, есть те, кто вообще в Майн не играл. Надо просто вот такой стак собрать, включить им войсы, и пусть они общаются между собой. Блять, такой пиздец. Все, Татьяна, ты справилась. Теперь надо, бля, добыть это песок. Было очень тяжело, я, Татьяна, нужно добыть песок. И вот песок, я его копаю. Дальше что делать? Ты его берешь в печку, Татьян. Печку видишь? Да, сейчас, подожди, я. О, его у нас сушеная ламинария есть, охуеть. Вань, ты карту мне несешь, Вань? Карту клада, да. Опа, заложили, блядь. Осуждаю такое, блин. На изоленте несет мальчик. Вода! Ребят, я тону! Ёб твою мать, как я сюда докатилась? Не золотые, да ты зачем копаешь перед домом, чё? Татьян, ты чё, блядь, нахуй, ты нам ландшафт ломала, блядь? Ты же сказал, не делать песок, я делаю. Блядь. Помогите, а как выйти отсюда? Я сейчас потону. Да нет, ты не потонешь, Татьян, нормально все. Кто в купол хуярит? Я тебя сейчас по башке нахуярю. Боже мой, церковь, ничего, блядь, делать нельзя, ни в купол похуярить, ни побегать, блядь, по миру. Так ты я совсем... домашний карьер построила, оставьте, пожалуйста. Не, это хуй. Татьян, ну ты можешь, нахуй, нам, ну, посмотри, сука. Посмотри, здесь озеро будет, брат, не застраивай, посмотри, как красиво. Так, песок, печь, да? Да. Вот, тут написано, 4 квадрата создания, верно? Да, нет, это не печь. Песчаник создала, приколи. Таня, ты вот это слышишь? Вот, песок, я его распределила. Опять песчаник, ёб твою мать. Дальше. Как мне сделать? Для чего? А чё вы хотите? Я не понимаю. Песок, куда его? Тань, песок в печку надо. Песок. Ну в печку. А я куда? Посмотри, подошла, распределяю его. 4 поставила. Песчаник появился. Погоди, песчаник. Ты чё, овца? ПКМ нажми, блядь, по печке. Ну, а вот.
в инвентаре, блядь. Я замедлился, я не могу бить, почему? Жареная баранина у меня только появилась. А вот, готовится, слышишь, стрелка наполняется. Охуеть. Ложимся перепать. Стекло, ебануться. Я тут стекол наготовлю сейчас. Оставьте мне это, я буду креативом пользоваться. Сейчас стекла делать. Ребят, надо пол поменять. Надо пол на каменный сделать. Оставьте, нам. Оставьте, дайте какой, мне поделать. Какой, булыжник или просто камень? Ребят, у нас эндермен. Что за хуйня, меня кто-то укусил, блядь. Это что за говно ебаное, блядь? Да нет, здесь гусеницев нету, если чё. Я, блядь, испугалась только что, нахуй. Вообще без шуток, кстати говоря. Позвони, если лох. О, это по мне. Все, тебе пи***а, ты заебал, нахуй. Нет, стой. Мне есть красная кровать, тебе надо? Красная кровать. Давай, ладно. Я не дам. Ты дашь мне красную кровать, блядь. Я тебя сейчас ёбну, я тебя отхуярю. Боже мой, я всем пацанам кровати поставил! А ты мне сделал? Блядь, смотри, бьёт. Да, всем... Ёбана, брод, нахуй. Почему меня кто-то бьёт? Я ливаю, всё. Я тильт. У меня есть морковка золотая! Сюда, ты нюхай, я сзади. Нам подошёл чёрный гремлин какой-то. Это Слендермен. И ещё мне отдай топор железный. Отдай железный топор. Иди сюда. Ребят, у нас будет дом, из лестницы будут, поняли? Типа, я сейчас буду начинать крышу строить нам. Стекла доделать быстро всем, я сейчас крышу... Я сейчас доделываю, подожди, они делаются в печи очень долго. Татьяна, ты второй раз в Майнкрафт заходишь? Ну, третий, наверное, да. Второй раз у тебя на стриме, один Бля, раз... Бля, я помню, как Татьяна поставила вагонетку, короче, поняли, на песок, и говорит, это я еду. Это мой первый раз был. Да я же не знала, что она надо... Ну, я думала, что она едет, блядь. Короче, я хочу, чтобы у меня была отдельная комната, типа. Слышь, Вань, ты не охуел ли, друг, блядь? Ты не охуел ли, Ванечка-то? Отдельная комната только для Татьяны Денисовны, если что. И меня. А что мне делать с... Сейчас скажу. Блядь. Песчаником. Пищать, Татьяна. Песчаник пищит. Реально? Сейчас, блядь. Надо на ПКМ и на него встать. Попрыгать на нем. Ванёк, где еда? Прыгай три раза. Надо потом слезть и опять залезть. У меня нет еды. Меня, блядь, а домовой чё, он плохо, что ли, ударил, нахуй, сердце выпало одно. Домовой, не трогай. Подожди, вот эти еще. Татьяна, разом кинь, разом, блядь. Как разом, ёбаный, да, блядь, сыр. Возьми, сука, мышкой перенеси, ёбаный, насрал. Подожди, у меня они раскиданы по всем квадратикам, по одному, приколи. Прикаляю. Бля, боже мой. Нет, это моя кровать! Охуел, блядь, ты чё ставишь тут, нахуй? Уйди, боже мой, я для кого это строил? Смотрите, животное в клетку залезает. А ну не пизди. Это что у тебя за обезьянник, блядь, я не понял. Спокойно, я под контролем все. Эй, а почему эти квадраты? Я их уже минуту бью, они не ломаются. Какие так квадраты? Это около псидиум. Дома фиолетовая. Надо рукой бить, Татьяна. Реально? Рукой надо бить. Да, обсидиан. Тут, короче, знаешь что, это челлендж в Майнкрафте, короче, надо ломать его целый час, представляешь этот блок? Не, ну нахуй тогда эти камни, я охую, сейчас я не буду их бить. Голова заболела, пи***ц, надо полежать здесь на кровати, сейчас она пройдет. Вы работаете пока, я наблюдаю за вами. Вот это работник очень года. Нормально так устроилось. Ух, я тебе суп нашел, раку чистый. Подожди, объясни мне, я в создание положила один паучий глаз, кожу, сахарный тростник и саженец. Почему ничего не происходит из стрелочки? Тебе надо, опять, блядь, посадить эти саженцы, ты чё, блядь? Саженцы ели, сейчас посажу. Шейдеры, ааа, я спряталась, я в лифте. Закрой дверь, ёбаный, тья, чехель. Чё? Сейчас я посмотрю, у него ник так читается. Вот, посмотрите. О, бля, я вас понял, нахуй. Ну и пошли вот, чтобы понять на вам всем. Вот, Вань, живи тут. Татьяна, слышишь, ты можешь не разъебаться только? А чё, такое возможно? Да, то можно разъебаться на лодке и умереть. Нет, я дрифчу, брат, посмотри. О, разъебалась, я ж сказал, Тань. Ребят, чё за хуйня, я под воду иду. Тонем. Ребят, тут рыба, ебаный сыр! Одна рыба на меня едет! Быстрее, ебать, я тону! Пузырьки заканчиваются, один пузырь! Все, я выплыла, все, пузыри набились. Молодец, Танюх. Можете еще одну лодку сделать? Поехала, Денисовна, чисто. Дрифтует. Бля, это озеро, пи***ц, оно быстро, реально. Я чисто 100 км в час разгоняюсь. Ты сдох? Да. Вань, ну ты сдох, потому что ты кто? Потому что мне слезли кровати, крысы. Потому что... В натуре! Танюх, я тебе носки сделал. На, держи. Носки? Ебануться, сапоги в этой игре даже есть! Давай! На. Кровать свою. Татьяна, мы должны с тобой сейчас вниз уйти копать. Вань, ты где, Вань? Куда вниз пойти? А где ты сдохший? Я вот здесь вот, около озера. Да он же по миру бегает там, я не знаю, изучает просто мир. Так мне же кровать снесли, блядь.
Есть у тебя разрешение? Ты же координаты же знаешь, ты уже давно уже сюда прибежал бы. Это очень тяжелая игра. А где Диппинс? Я сейчас приду, сделаю шахту, бля, и запиздячу вас всех алмазкой. Он, походу, обиделся 0-2, блядь. Кто? Я иду, блядь, к вам, сука. Вот по координатам, нахуй. Он еще и хамит 0-2. А, вот так, бля, я понял, ты мне не сказал. Ну, блядь. Сейчас я говорю, сейчас я найду свой лут, спущусь в шахту, сейчас поговорим. Какое-то все яркое, блядь, не наблюдаете, нет? Да ну, красивый ты чё? Аж слепит, блядь. Так очки я надену, у тебя же как раз очки-то. Точно, блядь, тонировку ебануть легкую. О, ты прав, Сань, так лучше. Чё, помогло, да? Да, да. Вот, я рядом. Вань, ты где? Мы тебя ждем, блядь, ты заебал. Ты чё, отдельно от нас играешь или чего, блядь? Я иду по координатам, блядь. Каким ты координатам идешь, блядь? Ты, сука, как отдельно от нас бежал, блядь, так и бежишь, походу. Ну давай, скажи что-нибудь обидное, давай, давай, обидь. Нет, вон, я уже нашел ваш дом, блядь. А ты где? Пиздели на меня, нахуй. А где ты сдох? Где, в шахте? Ребят, злой пришел, слышите? Кровать свою пометить. Ну, ударь. Ух ты. Татьяна, что ты меня лупишь кружкой, блядь? Оп. Нихуя кровать из-под него выпала, блядь, я в ахуе. Опять бежать, блядь. А это ты, Ванечка? Извини, пожалуйста. Я просто кровать у тебя из-под тебя, прям кровать красная упала. Почему мои сердца уходят, блядь? Дайте поесть. У меня одна куриная ножка, я... О, сушеный ламинат? Ламинария, блядь, сушеный ламинат. Я свинину не ем, зачем ты мне свинину дал? Давай другой ламинарий тащи сюда. Антилок, антилок, брат. Поделись. О, благодарю. Благодарю, мужчина. Еловые доски кладу. Еба! Еловая не нажимайная плитка. Еловая нажимная... А, нажимная плитка сделала. Вот, плитку уже научилась делать. Я сделала верстак, блядь, сама нахуй. Нихуя себе я, блядь. Так, печка нахуй мне не нужна, верстак у нас уже есть. Почему все возвращаются обратно ко мне в инвентарь, что я выкинула? Кроличья шкура. Я ее выкинул, она опять ко мне вернулась, а нет. Нахуй вы под меня кидаете, отойдите, не кидайте мне то, что я выкидываю. Эндер жемчуг. Нихуя, слышь, я бусы могу сделать, да? Эндер жемчуг, это что такое? Эндер жемчуг мне не надо, чернила мне не нужны, красный краситель мне не нужен, семена мне не нужны. Ну, не кидайте, уёбки, блядь, они все возвращаются ко мне. Перед блядь, вами Татьяна Денисовна, конечно, отличная. Ее вытащили из КС в Майнкрафт. Она уже третий час пытается скрафтить АВП. Пожелаем ей удачи. Че, Вов, идем, Вов, идем мы в шахту? Пойдем в шахту, да, в натуре. Алло, я Вань. Погнали, погнали. Какую? У нас две есть, кстати. Я в той, которая ТП. Я начал копать. А. Куда-то там. Я тогда с тобой, слышь, Вань? А меня, подождите, вы меня не взяли. Хотя бы взял. Татьян, кирку бери. У меня кирку есть все. Так в шахту падает, там ТП шахта. Где лежит, шахта, блядь? Это где, вот выходишь из дома справа, со стороны что, дома? Что, еблан? Вот, я а, тебя тэпнули уже, по. Ебать, у тебя камни желтые, почему? А стой, потому что я мочу добываю. А я, почему у меня таких нету? Вот смотри, я сейчас их тоже копаю. На том же месте, кстати, где и ты, таких нету. Потому что я их выкопал, блядь. Я на том же месте же. А-а-а, но я ж дальше пошла. Татьяна, Татьяна, нам надо вниз, погнали. Сейчас я свет включу, чтоб ты видела. Видно, что-нибудь стало? Да, все видно. Но она не. Посмотри, она даже на 1%. Он ломается, ломается он. А под ней алмазы. Камни, они бывают? Под ней алмазы, типа. Надо с динамитом приходить. Там алмазы? Да. Бля, у меня есть, знаешь, а, что там? А, так это отменила, Вань, да, Вань, ты отменила сейчас. Ты отменила. Матугу, ну я мотыгу. Так у Вани есть железо. Ой, надо киркой, надо киркой. Киркой сейчас? Блять. Это не игра, блять, это не знаю что нахуй. Это чудовище ебучее. Ну реально, вот так вот играть, никакого наслаждения, бля. Камень минуту жду, блядь. А ты хуя этот под себя копай, под себя копай, под собой. У него какая-то чужак пошел, вот, который нашел. Хотя они смеются, но ты мудак! Да, смотри, да. Что пишут, алло, я молчал сейчас перед тобой сама. Реально ломать? Да вы что, гоните, что ли? Реально, блядь, ну я минуту нахуй бью ее, вы что, блядь? Ну это что пишу тебе? Так, на самом деле вот эту хуйню надо, блядь, минуту бить, я уже больше минуты ее бью. От 3 минут надо бить, там не зарит. Что, ебанулся, что ли? Камень 3 минуты бить, вы ебанутые, Танюх, что ли? Танюх, там вообще рандом, так-то, там, короче, может, от 5 до 10, короче, минут надо пошли ломать. Пошли вы, нахуй, давайте другую камень, блядь, бить, это вообще хуйня несерьёзная. Бро, тут, блядь, пи***ц уже несерьёзная, уже куриные ножки пошли, блядь, уже закончились. Я даже вот как долго бью, блядь. Жальную свинину ем, пиздец. Ты ж не ешь свинину. Ну,
тут выхода нету, блядь. Вообще свинину не ем. Они везде, брат! Это значит, реально надо, что ли, за это... Что ты там сказал? Пушку, да, чтобы взорвать эти камни? Да надо TNT, но без него киркой просто ломаешь блоками вниз и все. 3 минуты бить его, блядь, и он и даже не сломался. Ну это из Майкрософта, ёбы, так придумали. Там уже все сообщество Майнкрафта типа пиздит. Ну видно, Microsoft, дебилы, блядь. У меня в инвентаре гравий туф. Чё, колотый туф. Прям так написано туф. Что это, блядь? Я не знаю, ты меня спрашиваешь, я майнкрафтер или ты? Туф написано, блядь, на русском. Дай посмотри, слышь. Вот туф. Я тебе говорю, прям так написано. Реально туф, слышь? Блядь, это херня? Вы майнкрафтеры или это я, ёб сырник? Да мы тоже ёбнулись. Скинь. А туф в натуре, а чё это, блядь? Чё такое туф? А... Ведь вы, блядь, майнкрафтеры, сука. Короче, немощные. Из этого еду надо делать, из туфа. Мне скинули. Красный, ёбаный сыр, красный квадрат, блядь. Наконец-таки, нахуй, опа, блядь. Посмотрите, сколько их здесь. Ёбаный в рот насыпало мне сколько. А ты вот выёбывалась, Татьяна. Блядь. Сейчас кирку себе красную сделаешь, это разъёб. А как ты тут оказалась? Брат, я просто копала, блядь. Чё за хуйня, нахуй? Ты ебанулась, блядь? Ты чё, с потолка прилетела, блядь? Нет, я просто вот так вот. Тань, так ты сверху свалилась, смотри. Ну, ты отсюда, блядь, упала мне на голову, блядь. Охуеть, это я приколи над тобой была, блядь. Охуеть. Такая я классная женщина, блядь. Ну, типа, она голодала в форесте, такая говорит, Володь, скажи мне, почему у меня жизнь плохая? Я говорю, чё? Блядь, 11-я пишет. Как мне сделать, чтобы хорошо было? 16-я, минус 54-я. Вот я, кстати, ты ещё красная, ебануться, блядь. Посмотри, значит, 11-я пишут типы, которые даже не в курсе, то, что высота теперь уходит в минус. Ооо! Синяя, ебать, блядь, просто! Посмотрите, наконец-то, сука, не зря копаю, блядь. Отдай. Нет, Володь, не трогай, это мои! Отдай. Все, я взял. Ой, еще пропустила! Я взял. Где? Все, спиздил. Смотри, чекай. Красный факел, да, ставь. О, пошли теперь. Спасибо. Охуеть, это полный, короче, в 3, да? Да. Я рудную медь нашла, приколи, это можно взрывать, и будет рудная медь. У меня есть зелье водного дыхания. Ты типу хату взорвала, Татьяна. Да? Извините, пожалуйста. Дома разъебала, ты видишь? Извините, если надо, я новый построю. Че, вообще нифига? У меня есть позорная труба, как её позорная труба, это вообще пиздец. Ты посмотри, слышь, посмотри, она на пиксели тебя умножила. Он пришел. Вообще ебало страшное, когда приближаешь. Все, поехали. А как сесть? На ПКМ. А, вот. Только не выпрыгивай. Графирую закат, будто мы на романтике, чуваки, чат, мы в романтике. Володь, ну ты зачем пуки-то делаешь? Будь здоров. Не, ну такой романтик меня не устраивает, пожалуйста, не пукай. Надо по-серьезному. Вот. Смотри, я тебе сейчас дам блоки, надо максимально вверх строиться, на. Надо в облака строиться. О, ну я почти добралась. Там слышишь? Быстрее будет. Чё, взяла облако? Да. Нет, оно уходит куда-то от меня. Так беги за ним. Жди. Прям, я могу на него прыгнуть? Не прыгай. Надо ударить просто. Короче, хуй забей, блядь, долго ждать. Прыгай вот туда, где в сторону океана. Видишь океан? Туда прыгай. Нет, брат, тут нет океана. Прыгай, да не брат, туда, ты что, ёбнутый, блядь? Брат! Это пи***ц, блядь! Брат, сверху, когда я смотрела, это был квадрат, блядь. Так с другой стороны же было, ты чё, куда прыгала? Блядь, клянусь богом, сверху было, подсвечивался квадрат. Я думала, это он мне сделал бассейн. Я тебе сделал бассейн с другой стороны, ебану. Его не видно было, блядь, я до конца там наверху было. Ебать, Дон Джоан мне мостик делает. В реальной жизни бы... Знаете, что сделал бы? Как, блядь, с ноги дал бы, блядь, по хребту нахуй, что ебнулось бы, блядь. Вот тут собаки есть, слышишь? Вот, смотри. Их картошкой... Да ты что делаешь? Блядь. Они нахуй на меня напали, блядь. Я нахуй ты почесала их. Татьяна. Свиньи вперед, блядь. Они должны отвлечься на свинью. Она более упитанная. Гномик, беги. Они тебя убьют. Нет, они отвлеклись на свинью. Я ж тебе говорю, это работает, блядь. Понял? У меня как будто вот что-то здесь смогает. Алмазы есть. Это лава же. Вон. Нихуя, слышь. Чё? О, лава, ёб твою мать, Володь. Портал по спидрану, ват. А нахуй ты это сделала сейчас? Там так это я его и поставил. Из лавы золото было, блядь. Из лавы золото? Шарик такой был, поэтому я подумала. Тань, ты только что всрала, блядь, алмазную кирку себе. Бля, и там все мои вещи приколи. Ну да, приколи. Сейчас, а если достать? Ну попробуй, там надо вниз плыть.
могу тут вниз плыть. Бля, Володь, я опять... Бля, Тань, я тебе говорю, вниз надо плыть. Это тебе надо вниз смотреть курсором. А я что делаю, блядь? Ну я что, не ебланша же, блядь? Ну ты посмотри. Ты ж не плывешь вниз. Вот, даже на шип нажимаю, блядь. Ну собирай вещи, блядь. На инвентарь там открой и собери. Там нету вещей, ебаный сыр, блядь. Инвентарь открой и собери их. Вот, открыла, блядь. Тут нету ничего вообще. Володь, блядь, пожалуйста, нахуй. Вот же, алло. Ты обманываешь меня. Где? Посмотри. Достала? О, эта игра просто, блядь, дебилов, сука. Тихо, нормальная игра. Чуваки, вы понимаете, что я только что три раза... Блядь, ёб твою мать, блядь. Если я хожу по снегу, значит сердца не должны уходить, как хуя не уходит, блядь. Куда? Я же по снегу иду, Володь, ты посмотри, Володь, а если воду нырни, это не вода. Блядь, ёб твою мать, блядь. Воду набери, все, набрала, иди и выливай. Бери еще воду. А-а-а, ёбаный сыр, блядь, я поняла. Который я сейчас потушу всю и заберу все свои. Давай, ладно, давай, да. Надо блок сверху. Ух, ебать, Татьян. Слышишь, надо убрать теперь воду, надо убрать воду. Куда ты ее поставила? Как? Ну как и надо убрать, блядь, где-то источник есть воды. Смотри, блядь, как убрать воду? Это вообще невозможно, она же раздалась. Посмотри, ну, вот. Возьми ведро, блядь, куда ты ткнула? Правой кнопкой, блядь. А, вот, вот сюда вот. Она хочет убраться, но она не убирается, понял? Что-то с ней не так. Ты видишь это? Это пи***ц, это баг, походу, слышишь, нам сервер переделывать. Ну, куда я попробую? Бля, в натуре, слышь? Же видел? Чё, бля? Да лаги какие-то ебаные, блядь. Но у нас очень много людей играет, типа, я не знаю. Сань, надо что-то делать с этим. Все, Татьян, надо добыть теперь, блядь. Она не копается. Татьян, это не... Да ты не под себя только, блядь. А, реально, слышь, копается нихуя. Ну, ты там внизу разведай, чё. Алло, ты около меня стоял. Это я точно видела. Так я ничего не делал, блядь, алло. Я смотрю за тобой. Если меня сейчас зальет, ты будешь виновник. Как сюда, блядь, оказался? И мы пойдем играть в Counter-Strike Global Offensive. Ты там вещи нашла, нет? Тут нет моих. Ну, значит, они сгорели, блядь, походу. А такое бывает? Да. Да, да. Это пи***ц, Татьяна. Очень сложная игра, согласен. Я, знаешь, сколько разбирался? Я 2 года играл в это, чтобы разобраться. Не, правда. Ты хочешь сказать, что ты вот в это все разбирался? Ну, я, блядь, же не все. Все знать в Майнкрафте. Все в Майнкрафте знать невозможно, понимаешь, Татьяна? Я не могу бегать. Все, ноги не бегают. Смотри, вы бежите, а у меня ноги не бегают. У меня полные сердца и куриные ножки наполовину. Сейчас я построю, у меня обсидиан нашелся в инвентаре. Какой смотри, ад, ну вот, заходи внутрь, заходи, заходи внутрь. Я вся жизнь, это ада, блядь. На, тебе розовую кровать, да? Подожди, мне надо вспомнить. Мне Гайка говорила, что в аду спать нельзя. Это пи***ешь, можно. Иди спи, вон там в середине она поля. Она мне это говорит. Это пиздоболие, да? Блядь. Это ж Гайка, блядь, алло. А как лечь? ПКМ. О, халява. Стал жертвой жестокий. Володь! Я ж говорила, блядь. Я же точно, вот это точно помню. Так ему откуда знать-то, блин? То, что так это работает. Он же там 2 года Майнкрафт играет. Ну я вам. Да он забыл уже, наверное, ты чё? У вас нету, блядь, совести, блядь. Куда, куда, короче, это, вы сервак? Над старой Татьяной издеваетесь. Ладно, Вов, спасибо, что позвал, но в следующий раз играем, как я говорю. Бро, вот, как ты говоришь, порталы невозможно, я коллега ебаный. Так интересно играть, поняли? Я все, я портал нашел, всю эту хуйню, блядь, удочка, броня. Еще тут на самом старте, когда меня Вова пытался ТПшить к себе.